Здравствуйте, меня зовут Оля, я из школы 1517. Сегодня я буду проводить анализ лекарственных препаратов рефрактометрическим методом. Чтобы провести этот опыт, я уже подготовила посуду, и сейчас я буду ее маркировать. Сейчас я буду проводить расчеты для того, чтобы понять, сколько грамм хлорида натрия мне нужно отмерить на весах и сколько миллилитров воды мне потребуется для разведения раствора. Сейчас я буду производить взвешивание хлорида натрия.
Я приготовила 4 навески хлорида натрия и сейчас буду готовить его растворы. Сейчас я буду измерять показатели преломления для всех растворов. Сначала я измерю его для воды, чтобы настроить рефрактометр.
Thank you.
Сейчас нужно рассчитать поправку на температуру. Я провела анализ 4 растворов хлорида натрия разных концентраций рефрактометрическим методом, и мое значение фактора преломления соответствует данному мне интервалу.